День рождения Саровского физико-технического института отсчитывают от 1952 года, когда вуз был создан как вечернее отделение Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Сегодня Саровский физтех – это 6 факультетов, 37 образовательных программ, 10 базовых кафедр совместных с ядерным центром, 11 научных лабораторий. Около 90% выпускников САРФТИ трудоустроены в различных подразделениях в НЕЭФ. И мне очень хочется верить, что те молодые люди, которые приходят сегодня в наш университет и в его Саровский филиал, найдут среди этих задач ту, которая их зажжет, которая даст им смысл жизни, побоюсь этого слова, удовлетворение их профессиональной деятельностью. И когда через много лет они оглянутся назад, у них будет твердое ощущение, что они прожили свою жизнь не зря и сделали что-то важное. Подводя итоги многолетней работы с РФТИ, руководитель Анна Сироткина рассказала об успехах студентов в науке, спорте и творчестве, которые они продемонстрировали на региональном и федеральном уровнях. Слова благодарности и поздравления сегодня звучали в адрес педагогов, трудившихся в Саровском физтехе на протяжении многих лет и выпустивших не одно поколение студентов. Нас ждет с вами созидательное, великолепное будущее и очень интересная работа. И я хочу пожелать студентам, преподавателям, сотрудникам НЕЭФ, жителям города, я хочу пожелать веры в будущее, веры, что эта федеральная территория была, есть и будет федеральной, и она нужна России, как записано президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем в книге при его посещении. Вы нужны России. Вы нужны России. Спасибо вам. На праздничный юбилей СРФТИ приехали педагоги из городских и сельских школ региона, а также почетные приглашенные гости. На мероприятии благодарственными письмами за вклад в развитие учебного процесса и науки наградили преподавательский состав и руководство СРФТИ. Мы гордимся тем, что у нас в нашем регионе есть такой замечательный вуз. Вуз, которому уже 70 лет. Или еще 70 лет, потому что, конечно, для вуза 70 лет – это только такое начало и старт пути. Пусть большее количество молодых людей, нашей молодежи, остается в Большом Сарове, потому что на самом деле то, что создается, это Наукоград, Наукоград будущего. В этот же день отметили юбилей еще 5 филиалов института, а торжественное мероприятие СРФТИ завершилось выступлением академического мужского хора МИФИ. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.